Катюша. А вот он, мы его назвали Ярик. Ярик. Ярик, ласковый, холёсий Ярик. Все, едем в клинику, да? Коля пообещал нам лапу спасти. Это самое важное, милый. Все, да. Да, Ярик поступил к нам в доктор Вет с травмой конечности. У нас получается повреждена правая тазовая, скакательный сустав. У Ярика диагностирован открытый перелом третьей степени, один из самых тяжелых переломов. В случае таких переломов используется несколько методик, то есть в зависимости от того, что будет происходить с этой ногой. На данный момент у Ярика есть кровоснабжение, есть иннервация данной конечности. На этом фоне можем сказать самую главную вещь, что можно попробовать спасти эту конечность, учитывая то, что нет некроза мягких тканей, то есть полноценного, да, так называемого сухого некроза. Сейчас мы будем заниматься стабилизацией этой конечности, в плане чего мы забрали посев на бактериальную грибковую микрофлору, чтобы оценить, какие бактерии на данный момент повреждают именно мягкие ткани. Лечение будет достаточно длительным по причине достаточно тяжелой травмы. Животное будет находиться несколько недель в стационаре. Для профилактики инфекции, точнее устранения инфекции имеющейся, наблюдения за иннервацией, кровоснабжением, чтобы принимать уже необходимые решения моментально. Вот. Лечение достаточно дорогостоящее. Это связано с большим объемом различных препаратов, хирургических манипуляций. То есть это достаточно большая финансовая нагрузка, потому что у животных будет поэтапное лечение данной патологии, первичное. Это уничтожение инфекции, дальнейшее это заращение вот этих раневых всех процессов, а после уже стабилизация переломанного сустава. То есть на данный момент как бы будем заниматься вот этими основными тремя этапами.